Я знаю, о чем ты думаешь, но Дребен в чем-то прав. Мир зависит от войны и военной экономики. Только представь себе, что произойдет, если все конфликты вдруг прекратятся. Атакон, ты и Дребен говорили что-то про общую стоимость ведения боевых действий. Что это? Это что-то вроде суммарного объема рынка, выражаемого в денежном эквиваленте. Он зависит не только от спроса на услуги ЧВС, но и от всей военной индустрии в целом. То есть затрат на производство, распространение и поставку электроэнергии. Военная экономика развивается огромными скачками, поэтому привлекает внимание крупных инвесторов. Чем дольше длится война и чем кровопролитнее она становится, тем выше цены на оружие и расходы на содержание наемных армий. Ну а в моменты затишья биржевые сделки проходят более интенсивно. Снейк, мы будем использовать Марк 2 как посыльного для связи с Дребеном. Я добавил опцию Дребен в меню оружия. Когда будешь подбирать много единиц однотипного оружия, лишние стволы будут автоматически проданы Дребену, а все патроны из магазинов пополнят лично твои запасы. Говоря проще, боеприпасы достаются тебе, а оружие уходит Дребену в обмен на очки. Понял. Ты можешь использовать заработанные очки, чтобы разблокировать оружие с ES или купить новое. Это хорошо. Как мы предполагаем, Снейк, кроме Дребена есть и другие агенты, которые скупают оружие в обмен на различные услуги. Думаю, пока мне придется положиться на него. Ладно, а теперь отправляйся на встречу с нашими информаторами, разведгруппой Red Patrol 01. Всем привет, дорогие друзья, Руиджин снова с вами, и я продолжаю проходить MGS 4 Guns of the Patriots. В прошлой части Снейк познакомился с темнокожим торговцем оружием, Дребеном, положительным персонажем, коих в игре не так много. Выходит, начиная с этого момента в игру включен небольшой RPG-элемент. В меню Марка 2, по которому мы сейчас, кстати, лазим, появился пункт Дребен Shop. В нем мы можем купить практически любые боеприпасы, которые доступны на данный промежуток времени. То есть чем дальше мы будем играть, тем больше будет открываться боеприпасов, соответственно, и различных оружий. Да к тому же мы теперь можем разблокировать любую пушку, защищенную идентификационной системой. То есть начиная с этого момента мы можем использовать практически любой ствол при наличии Дребен Points. Вот подаренная штурмовая винтовка М4 от Дребена. Попробуем ее немножечко кастомизировать. Купим для нее вот этот вот прицел. У меня было 30 тысяч очков. Осталось 10 тысяч. Можно поставить фонарик, лазерную указку, купить глушители. По хорошей, доброй традиции глушители портятся, как и в MGS3. Так что их периодически нужно покупать. Как же происходит покупка, если объяснить это как-то, не знаю, реалистично, то Снейк отправляет Марка 2 к Дребену и закупается. Как-то вот так вот. Ну не сам же он к нему в реальном времени ходит. Спорный и очень нереалистичный момент, но как же он разноображивает геймплей и как же он почему-то каким-то странным образом подходит к геймплею MGS, непонятно. Но лично я считаю это приятным бонусом, и мне такая вот находка нравится, несмотря на то, что она не очень-то реалистичная. Вот такая вот у меня получилась семочка. Мы в любой момент можем поменять запчасти, поставить что-то другое, например, подствольный гранатомет или фонарик. И вот теперь появляется сбоку вот такая вот, справа боку, бегущая строка, через которую видно, что мы продаем, а что оставляем себе. То есть автоматически находим ствол, и нам перечисляют очки, а пушка отправляется Дребену. Потом он перепродаст найденные нами пушки кому-нибудь другому. Валюты, естественно, никакой нет. Есть Дребен Points. Это вроде как деньги. На самом деле, чтобы открыть какой-то вот очень редкий ствол, нужно накопить нереально много этих Дребен Points.
ходить тут, мочить всех, чтобы собирать с них стволы и продавать их, продавать, тогда возможно что-то и возможно накопить. Но я этим заниматься не буду. Совсем недавно нам позвонил Атакон и сказал, что нам придется пробраться через разрушенное здание. В этом разрушенном здании очень много полезных предметов. Сейчас я вам покажу один из секретов, который находится здесь. Вот, например, тут у нас есть снаряды для РПГ-7. Если пройти немножечко правее, то там мы найдем газовую мину. Ну, как вам объяснить, это такая мина, если на нее ступает, то он распыляет усыпляющий какой-то газ, и противник уснет просто. Такая вот безвредная мина. И вот здесь мы нашли прицел. Ну, просто здорово. Что хорошо, когда покупаем мы какую-нибудь запчасть у Дребина, она автоматически сохраняется и становится пригодной для всех пушек, что есть у Снейка. То есть не надо покупать 10 там лазерных указок, просто Снейк будет на лету менять. А вся экипировка очень даже не дешевая. Но это легко объясняется, так как оружие само по себе очень дорогое. Но эту тему мы обсудим попозже, когда-нибудь в будущем. Атакон предупредил нас, что стены могут обрушиться в любой момент. Все-таки в это здание попал какой-то чрезвычайно мощный снаряд. Возможно, какая-нибудь ракета. Мощная ракета, то есть. Но не переживайте, ничего Снейку не грозит. То есть тут все предельно заскриптовано, и даже если что-то обрушится, оно обрушится не на нас. Как я вам говорил, здесь довольно много секретов, и... Ух ты, черт. И продвигаться здесь нужно предельно внимательно. Вот я вижу там два повстанца, кого-то выцеливают. Ох ты, черт. И сняли обоих повстанцев. Ну, я об этом знал, поэтому мне их не жалко. Сейчас мы, парни, за вас отомстим. Как вы видите, прицел довольно удобный. Вот так вот легко и просто можно навешать хедшоты и отомстить за парняк. Все-таки они нам помогали, в будущем, естественно, помогут, ну и мы им поможем. Печально, что нельзя встать на сторону ЧВС. Действительно, очень печально. То есть мы как бы можем им помогать, но они все равно будут нам врагами. Так что смысла им помогать вообще никакого нету. Получается, что ЧВС и повстанцы могут быть нам врагами, либо только ЧВС. Я предпочел второй вариант. И хрена ж ты себе. Все это мне очень сильно напоминает Uncharted 2. Сцену, где рушилось здание. Дребин мог хотя бы предупредить, что тут рядом такое произошло. Хотя ему по большому счету пофиг, лишь бы стволы свои сбагрить кому-нибудь. Странно, что он не дал чистоту своего кодека. Хотя, не поймите меня неправильно, кодека тут нету. Снейк связывается с Атаконом и будет связываться с остальными персонажами при помощи видеосвязи Марка 2. То есть, Марк 2, как нам объясняли, это автономный мобильный терминал. То есть, многоцелевая штучка. И кодека у Снейка как бы и нету сейчас. Но все равно, в первый раз, когда я проходил, меня это удивило, ведь обычно всегда, когда мы встречали нового персонажа, ему потом можно было позвонить и поговорить с ним. Но в MGS4 вот всяческие такие разговоры были практически полностью упразднены. То есть их немного, они есть, но их немного. Например, в MGS3 разговоров по рации было ну очень много. Можно было в любой локации позвонить, например, Сигинту, и он бы нам про все рассказывал. Про оборудование, которое находится на этой локации, про все стволы и про все приборы. MGS3 вообще, наверное, самая богатая игра в серии Metal Gear Solid по диалогам. Но я так считаю, возможно, это и не так. Тут мы нашли еще один журнальчик. Журнальчики можно использовать в будущем. И вот тут вот я нашел энергетический напиток Regain. Этот напиток даже пиарился в одной
из пререлизных реклам. Кто здесь? Уходи! Я еще не закончил! А ну стой! Остановись! А ну вернись сюда!